Всем привет! Вы на канале Bear Hunter. Сегодня будем метательницу ножей учить стрелять из арбалета. Прежде давайте я первую стрелу шмальну, а потом попробуем зарядить и все остальное в этом роде. Блин, с этой стороны только мне неудобно стрелять. Я же не левша, я правша. Блин, как неудобно-то, ребята. А, все, нашел. Куда попал-то? Куда ты там попал? Ну потом, подожди, вот сейчас мы посмотрим, куда там я попал. Прям в серединку свиней, наверное. Слушайте, ну почти. Учитывая то, что с левой руки стрелял, это не мое, а у меня глаз левый проблемный. Давайте, сможет ли маленькая девочка завести 43 килограмма? Вот эту штучку должна тянуть на себя. Давай, сможешь ты вручную сделать это? Прям сильно. Только не отпускай, смотри. Стрепло, плавно отпускай, не сможешь. Вот смотрите, на этот случай для девочек и для слабых мальчиков рассчитана вот эта вот стремянка. На нее вставите ногой, изначально здесь большие дуги, и вот так прям тащишь, это двумя руками удобно. У меня здоровья полно, поэтому я это все завожу, видишь, одной рукой. Я тут приспособу маленькую сделал, потому что мне эта болванка здесь не нужна. А тебе придется вот так ножной упор вставать туда, вот так вот взводить. Арбалет за полдяма. Давайте стрелу ставим. Ты прицел знаешь как? Все. Вставляем стрелу. Упираешься прям жестко. Пальцы подожди. Ни в коем случае вот за эту штуку не вылазь, потому что тетивой можешь шибить. Когда прицелишься, скажешь, я с предохранителя сниму. Там главное, чтобы ты вообще в эту мишень попал. Ну, наверное, вот так. Все, на курок. Прижмись и прям в себя вот дави его. Вот этой рукой в себя дави. Хорошо. Готово? Да, наверное. Давай. Плавно спускай и не дергай при выходе. Ну, куда-то попало. Куда-то попало. Заметно выстрел? Ну, заметно. Ну, вообще не заметно. Я вообще ничего не поняла. А вот разница, знаешь, в чем? Вот дешевый арбалет. Я пока из этого арбалета стрелять не начал, я не понял разницы. Ты сейчас просто изначально стреляешь из дорогого, с элитного арбалета. Ты на спуск нажал, даже не поняла. Не поняла, да. И выстрел ты не поняла. А с дешевого арбалета стреляешь, там, так вот он весь дергается, и стрела непонятно куда летит. Так, куда ты там попала? Чуть-чуть повыше. Ну ладно, не столь важно. Сама сможешь завести? Ну, давайте попробую еще раз. Ты возьми его двумя руками, моешь, только резко не отпускай. Давай. Не смогешь. Не смогу. Хотя 43 килограмма всего. Ну ладно, я тебе помогу. Вот ничего, нужна мужская рука. Так, я хотел вспомнить, куда попал. Мне самое интересное, куда ты попала. Так. Вставляем. Давай, упирайся. Первый раз вообще в жизни стреляешь? Первый раз вообще стреляю. Ну, с пневматики стреляла, это нормально все. Прицелилась? Нет, все. Ищи, потом. Кажется, я в предохранитель снимал. Готово. Вжимайся в арбалет. Угу. Готово? Да. Нашла? Да. Давай. Ну, как тебе? Ничего не понятно, но очень интересно. А ты представляешь, этот человек насквозь может прошить? Опасная вещь. Очень опасная. Так, сейчас я быстренько избегаю и посмотрим, что у нас тут получилось. Так, я быстро сбегал. Давайте еще раз постреляем. Я в свинью попал. Вот ты сейчас куда метилась? Чуть-чуть повыше бери. Хорошо. Прям куда ты метилась, возьми вот столько. Хорошо. Еще там чуть-чуть. Но не намного. Надо, чтобы ты в свинью, по крайней мере, попал. Ты, вот, арбалет очень точный, попасть можешь. Вжимайся. Ты сразу вжимайся. Да, ну сейчас я сначала найду свинью, потом... Нашла? Да. Вот как ты метилась в прошлый раз, чуть-чуть повыше возьми. Так, ага. Все, готово. Даже вот, вот метилась вот там, не самой мишени, а там вот настолько повыше возьми. Угу. Взяла? Да. Давай, метись и стреляй. Аккуратно нажимай, не дергай. Угу. Не забывай, что стрела плавно выходит. Дергать нельзя. Давай. С ними попало. Попало? Да. Черная стрела на черном не очень видно.
Но, по крайней мере, ты видишь, ты уже в квадрат попал. До этого у тебя ниже квадрата было. Ну, учусь. Что лучше, метать ножи или из арбалета стрелять? Разный кайф. Пишите комментарии тоже. Вот что лучше, ножи метать или из арбалета стрелять? Она все-таки метательница ножей. Даже чемпионка какая-то, да? Да. Готова? Да. Нажимаю. Давай, чуть повыше бери. Все, чуть-чуть повыше. Промахнулся. Ну, по звуку слышал. Ты, по крайней мере, сейчас ты в квадрат попал. Я тут в кругляш попал. Ну, я уже опытный. Я метатель, стрелятель и все в этом роде. Годы тренировок, и я сейчас могу. Готова? Да. Ты не дергай, потому что когда тетива сходит, ты можешь дернуть, угу. А тут стрела должна выйти. Вжалась? Да. Давай, помогу маленько. Нашла свинью? Опять промазала. Ну, по крайней мере, в квадрат ты сейчас попал. Тут показать, а то в квадрат не попал. Резюмируем. Смотрите, в принципе, за 5 стрел, это у меня 3, ты 2 раза стрелял, это у тебя 3 стрела зашла, остальные стрелы здесь внизу. Но учитывая, что ты 5 раз в своей жизни только стреляла, я считаю, что это нормальный результат для тех, кто не умеет из арбалета метать. Так что потренироваться маленько и сможешь. Сегодня еще ветер, кстати, небольшой, поэтому, видишь, сюда сносит. Так что вот так вот, ребята, смотрите, метательница ножей из 5 стрел, по крайней мере, с 33 метров в один кубик 40 на 40 сантиметров попала. Ну, про точную стрельбу урона говорить, это все о чем? Арбалет хороший. Ты мне сам главное скажи, вот когда ты на спуск нажимаешь, ощущение. Ну, ощущение такое, приятное такое оно. Ни о чем. Да, нет дачи. Оно. И стрела уходит, и выстрел, и не поймешь, что. Неожиданно так оно. Неожиданно приятно, я бы сказала. А вот в следующем видео мы с тобой постреляем из агрегаторов. Вот там почувствуешь разницу. Арбалет за пол ляма и, ну, грубо говоря, за полтос. Вот там совсем другая технология. Сейчас посмотрим. Подписываемся, следим за обновлениями. Как вам новый участник нашего канала, Ксюха? Чемпионка по метанию ножей? Чемпионка. Чемпионка по метанию ножей. Я тоже метатель. Всем пока, до новых встреч.